Долгое время лишь малая часть современного мира знала о существовании загадочных тибетских собак исполинского размера. И только благодаря рассказам бывалых путешественников, современные исследования ДНК тибетских мастифов доказали, что возраст породы составляет порядка 50 тысяч лет, а археологические находки остатков этих собак из серебряного и бронзового века этот возраст подтверждают. В настоящее время на территории всей Европы проживает не более 500 чистокровных тибетских мастифов, а в России эта цифра в разы меньше. Внешность тибетских мастифов уникальна. Взрослый кобель может достигать веса 80-90 кг, а в росте 70-80 см. Тибетский мастиф – ночная собака, и именно на это время приходится пик ее активности. Они не спят по ночам, зорко и строго охраняя границы и покой своей территории. С членами своей семьи тибетские мастифы ведут себя дружелюбно, очень любят совместное времяпрепровождение с хозяином, ласково и бережно к детям, несмотря на крупные габариты. Тибетские мастифы склонны к доминированию по отношению к другим животным, но если щенок с детства растет в контакте с другими питомцами, то будет воспринимать их как членов своей семьи. Посторонним людям тибетские мастифы относятся настороженно, но если рядом хозяин, то поведение будет сдержанным. У тибетского мастифа отличная интуиция, он хорошо чувствует опасность и способен самостоятельно принимать решения о необходимой степени проявления охранных качеств. Для комфортной жизни тибетскому мастифу нужна просторная открытая территория и вольер. Собак данной породы нельзя держать на цепи. Тибеты генетически прекрасно адаптированы к изменениям погодных условий. С раннего детства щенков переводят на уличное содержание. С самого раннего детства щенка тибетского мастифа нужно начинать воспитывать. И делать это желательно при помощи профессионального кинолога, поскольку тибеты бывают крайне своенравными. Питание собаки из-за крупных габаритов и уличного содержания достаточно обильное и требует материальных вложений. Быстрый рост и тяжелый костяк требуют наличия большого количества свежего мяса, субпродуктов, костной составляющей и витаминов. При выборе щенка нужно обратить внимание на отсутствие у его родителей генетических заболеваний, особенно дисплазии, а также генетических заболеваний крови. Растить и воспитывать такую собаку, как тибетский мастиф, непросто. Это требует достаточного количества ответственности, свободного времени и материальных затрат. Если следовать рекомендациям и проявлять терпение в воспитании, то тибетский мастиф станет для вас настоящим другом, верным защитником дома и вашей семьи. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой тибетский мастиф и приобрести щенка от проверенных и титулованных производителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.